Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас ежедневный расклад карты дня 23 июля. Сегодня у нас четверг. Давайте посмотрим, что нам приготовил этот день 23 июля для зрителей этого видео. Расклад у нас будет из трех вариантов. Вы можете посмотреть один вариант, а можете посмотреть весь расклад. Я просто уже заметила, что они очень перекликаются между собой. Да, и еще я заметила по себе, что иногда у меня карты дня или на день позже, или на день раньше. Не всегда она у меня совпадает с тем днем, на который я выкладываю. Ну, кто-то живет медленно, у кого-то, может быть, происходит в тот день, у кого-то в следующий, а кто-то живет быстро. Поэтому смотрите опять же, вот, что было вчера, на сегодня и что я выкладываю на завтра. И сравнивайте. Хорошо, карта дня 23 июля для зрителей этого видео. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Выбирайте, пожалуйста, вашу карту. Хорошо, я начну с первого варианта. Здесь у нас двойка мечей. Смотрите, в этой колоде здесь у нас нарисован крест. Здесь как бы карта говорит, что сегодня у вас может возникнуть с кем-то конфликт или какой-то спор, где вам придется отстаивать то ли свое положение, то ли свою точку зрения. Это еще может быть карта противостояния. Я вам хочу эту карту уточнить. Иногда она говорит, что сегодня вам нужно будет принять какое-то важное решение, то ли с кем-то составить очень сложный разговор, расставить все точки над «и», то ли просто принять решение с какими-то вашими планами. Но я хочу все-таки ее уточнить. Так, давайте две карты. Вы знаете, здесь то ли какие-то новости, то ли какие-то документы. И вам придется, вы знаете, с кем-то очень сильно конфликтовать, выяснять что-то, разбираться. Потому что все-таки вот по этой карте здесь какой-то очень важный документ. Может быть, что-то выяснять отношения, например, с трудовым договором, с зарплатой. Может быть, что-то связано с наследством, какая-то дележка имущества. Но вам придется с кем-то, вы знаете, прям вот лоб в лоб. Потому что, скорее всего, по-хорошему вы договориться не смогли или не сможете. И вот по этой карте она говорит, да, будет сложно, но вы сможете разрешить, наконец, этот вопрос и освободиться раз и навсегда от этой сложной ситуации. Вот с чем связано, как бы карты не показывают. Тут, наверное, у всех по-разному. Может быть, кто-то будет выяснять на работе отношения, кто-то, может быть, с заказчиком. Вот знаете как? Вы заказ выполнили, а человек тянет с оплатой. Вам приходится свои деньги вот реально выбивать. Но это как вариант. Тут, может быть, и с отношениями связано противостояние, например, две сильные личности. Тут, может быть, знаете как, женщина уже хочет определиться с отношениями, а мужчина все тянет. Из-за этого у вас возникает конфликт, да, вот из заключения, например, брака. Или заключение, например, брачного контракта. Ну и опять карта говорит, да, сложно будет, но вы сможете сегодня этот вопрос разрешить. Но нервов и эмоций вам это, конечно, будет стоить. Хорошо, второй вариант. Ну вот у нас еще и паж мечей. Я говорю, нужно смотреть весь расклад. Тут вот энергетика идет одна и та же. Конфликт, недопонимание, невозможность договориться с кем-то. То есть человек не слушает. Вот вы ему говорите, вы ему с доказательствами, а человек просто вот уперся и вообще слушать не хочет. То есть уже, как бы, знаете, встал в позу, вот как говорят. Да, опять же, вот здесь двойка мечей, здесь паж. Ладно, не буду я, да, некоторые смотрят один расклад. Паж мечей. Вы сегодня можете выяснить какую-то ситуацию. То есть вам, или вы, например, в интернете найдете
какую-то информацию, которая вам поможет разрешить какую-то старую давнюю ситуацию. Или вам кто-то даст дельный совет. Ну и карта говорит, если вы понимаете, что совет дельный, конечно, постарайтесь им воспользоваться. Но еще карта говорит, что кто-то сегодня будет пытаться вас уколоть. То есть, знаете как, вы приняли решение, а кто-то начинает в целесообразности принятого вами решения сомневаться. Тут карта говорит, конечно, дайте человеку отпор, потому что это ваше решение, вы его принимали. Ну, кто-то, может быть, сегодня будет совать нос в ваши дела, вот какие-то, что-то вам диктовать, критиковать. Ну, вот карта говорит, может разразиться конфликт, который в дальнейшем может уже перейти вот в противостояние. Ну, у вас есть меч. Ну, меч у нас – это слово. Значит, вы должны человека поставить на место. Просто ему объяснить, что он не имеет права вмешиваться в принятые вами решения. Но, опять же, это может происходить где угодно. Это может происходить дома. Это может быть в работе. Тут может быть и нападки, и какие-то придирки к вам. Да, еще у нас паш мечей несет неожиданное известие. Давайте одну карту, с чем у вас это тут будет связано. Двойка пентаклей. Скорее всего, это что-то связано с работой. Да. Вот смотрите, у нас ива, да? У нас ива – это очень гибкое дерево. У него сильная корневая система. Оно гнется, но не ломается. И карта вам говорит, что бы сегодня ни происходило в вашей жизни, где бы ни было, карта говорит, вы все равно выстоите, да? Вы отстоите свою точку зрения, потому что сломать вас практически невозможно. Но потрепят ваши веточки, потрепит в вас и ветерок, и какие-то конфликты, которые будут происходить. Но здесь вот вода все-таки более-менее спокойная. Хотя вода говорит об эмоциях. И карта вам говорит, вот кто бы на вас сегодня не нападал, постарайтесь держать свои эмоции. Нападает на вас человек, ну и пусть нападает. Да, конечно, часто мы не можем сдержаться, особенно если это нападки несправедливые. Но все-таки вам карта советует быть более спокойными, наверное. Хорошо, давайте посмотрим третий вариант. Здесь у нас королева кубков. Смотрите, королева кубков у нас женщина чуткая, чувственная. Возможно, есть такая дама в вашей жизни. Может быть, это ваша, ну, если мужчина смотрит, ваша возлюбленная супруга. Может быть, мама или дочь. Ну, для женщин тоже это кто-то может быть из родственников или подруга близкая. Человек, который обязательно окажет помощь, поддержку, проявит заботу, если вы в ней сегодня будете нуждаться. То есть вы с этим человеком можете поделиться о чем угодно, и он обязательно вас слушает, выслушает и даст вам дельный совет. Ну и, конечно, окажет вам моральную поддержку. Но еще у нас королева кубков – это дама любви. Поэтому сегодня кто-то может влюбиться из мужчин или женщина влюбится. То есть тут показывают женщину, у которой полная чаша любви. Ну, я говорю, это может быть даже и мама, которая вас сегодня в каком-то вопросе поддержит. Еще это женщина, у которой сильно развита интуиция. Карта говорит, сегодня прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, или если вам такая дама даст сегодня совет, то тоже обязательно к нему прислушайтесь. Ну, давайте одну карту. Еще эта карта показывает врача. Но это врач, который лечит, ну, неоперабельно. То есть тут или он вам даст испить из этого кубка, да, и вы выздоровеете, или это излечение душевных ран. Это может быть врач-терапевт, психолог, психотерапевт. А может быть, это женщина, которая занимается эзотерическими практиками. Может быть, вы сегодня посмотрите какой-то расклад, и вам на душе станет легче. Ну, давайте одну карту. Паш жезлов. Вы знаете, я по этим картам сказала, что это какой-то ваш очень близкий друг, вот который реально вас сегодня выслушает и поддержит. Может быть, даже даст дельный совет. О, у нас еще и королева пентаклей.
Может быть, поддержка именно связана с работой. Может быть, какой-то совет, направление движения. Кто-то сегодня, знаете как, вот, может быть, женщина меня смотрит, может быть, вы со своей подругой отправитесь куда-то в дорогу. Может быть, кто-то в отпуск поедет. Да, у мужчин здесь, кстати, может быть, знакомство с двумя дамами. Да. Одна королева кубков, другая королева пентаклей. Ну, давайте еще одну карту. Что-то как-то у нас здесь. Ну, вот, видите, туз кубков. Смотрите, для мужчин здесь может быть новый страстный роман, но дамы почему-то две. Тут прям влюбиться, знаете. Для женщин, как я сказала, может быть, две подружки куда-то отправятся в поездку. Да? Может быть, вы путевку сегодня купите. Вот радостная новость, исполнение желания. Но здесь что-то связано то ли с дорогой, то ли какой-то приятный вечер. Может быть, вас с подругой на свидание пригласят. Ну, как вариант, тоже может быть. Да, у кого-то здесь могут быть роды. Вы знаете, вот королева кубков, это же может быть врач-гинеколог. Здесь может быть зачатие. Скорее всего, будет мальчик. А у кого-то уже роды. Вот королева пентаклей, это показывает женщину, которая поможет королева кубков то ли забеременеть, зачать малыша, то ли уже примет у вас роды. Ну, тут вариантов, конечно, я тут могу еще перечислять кучу вариантов. Вы смотрите, пожалуйста, по своей ситуации. Ну, тут вот что-то такое, ну, туз кубков, это какие-то радостные новости. То ли любовь, то ли исполнение желания. Здесь еще может быть предложение по работе, вот королева кубков, да, вам кто-то предлагает занять какую-то хорошую работу. И это, знаете, опять же, это исполнение желаний, но это еще работа, как бы предназначение, что ли. Может быть, должность в сфере недвижимости, финансов, банковская сфера, например. Или это человек, который будет как протеже, он вам поможет получить вот эту работу. Ну, тут я буду еще час говорить. Ну, во всяком случае, у нас легкий туз кубков, а туз кубков – это что-то такое очень-очень приятное. Вот такой у нас получился расклад на 23 июля. Я благодарю вас за просмотр. Хорошего вам дня. Удачи вам. До свидания.